Всем привет, всем привет, с вами Шмага, вы на канале Ушмаги. Сегодня поиграем в God's Trigger, это вторая часть по данной игре. И продолжим проходить. Как я понял, по первому видео вам что-то не понравилось, или понравилось, или не понравилось и одновременно понравилось, или не понравилось и одновременно не понравилось, но это никого не интересует на самом деле. Поэтому мы продолжаем играть. Я здесь ничего. Я все. А, так я уже выбрал, по-моему. Тихо. Да. Скорее всего, не понравилось, кто смотрел мой классный первый видос по данной игре, то, что я лажал, как маленькая девочка. Но это, в принципе, нормально, как вы хотели. Собственно говоря, я не вижу в этом никакого... Подожди. Подожди. Я вот здесь могу пробить. Тебя убить сразу. Опа. Опа. Совершенно не понимаю, почему я должен играть как какой-то опытный чувак или неопытный чувак. И если было много мата, например, там, ну, психанул, ну а как? Ну а подождите, а игры, извините меня, есть такие игры, как Секира, например, где, сколько я не смотрел с всех, кто любит игры, там как бы, ну, матершина такая, что, ну, как бы, типа, не то, что уши закрываю, а... Тихо. Тихо. Мушкетон. Мушкетон. А, это который в кучу, короче, фигачит, да? Да, он прикольный. Тихо. Поэтому совершенно не понимаю политику... людей, голосовавших или не голосовавших, или что-либо делать, что-либо делавших, как бы, но нет, с одной стороны, как бы, мне вообще, как бы, ну, насрано полностью. Собака. Ай! Сдохни, тварь. Не, мне надо просто взять и выстрелить. Вот сейчас они там втроем будут, короче. И все, да. Зачем я... Ай! Ай! Собака, тварь! Ты видел? Ты... Ну, это было очень смешно. Это было просто очень смешно, потому что это было очень смешно. Да не, ну хорош, ну блин! Это как бы нечестно, мне кажется. Мне кажется, это немножко нечестно было сейчас со стороны этих людей. Так. Это прикольный чувак, который кидает гриены, он меня не рад. А зачем? Не надо. Мушкетон вообще в порядке, я смотрю. Этот чувак, который кидает гриены, он, короче, не... Я тупанул, сорянуч. Чё ты сделал? Here they come. Ай! Блин, ну почти попал, слушай, такой он, да? Чёрт. Хорош! Да не, ну хорош, ну как... Ничего не понял. Хорош. Да блин, ну... There they are.
Я понял тебя. Я не то просто делаю. Я просто не то делаю, поэтому и есть такое подозрение, что я какую-то хрень занимаюсь. На самом деле нет. На самом деле нет, потому что почему? Потому что вот почему. Все, успокоились все или нет? Хорош. Напичкайте их свинцом. О, этот... Мысли. Хорош. Уничтожь их, убейте этих ублюдков. Блин, тяжело. А! А как у... да-да-да. А, F. Да почему? Я же... Блин, я же два раза нажал на этот... Ай-я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 й
Так, хорошо. Хорошо. Да блин! Почти, да? Почти, почти, почти. Ну я хорош вообще, в любом случае. Оу, oh, yeah! Он убегает. Беги, ленивая задница, беги! Уровень пройден. У этого шестой... А, блин, слушай, ну видишь, за... Блин, а да, то есть я за Гарри, короче, типа покруче, типа играю, да? Ну ладно. Это никому не интересно, я уже понял. Никому не интересно. Вы разблокировали вторую способность, суперспособность, чтобы выбрать ее в качестве актива, нажмите F. Я понял. А, F. Нажмите 1.5, чтобы сменить активную способность в игре. Продолжать повышать свой уровень и открывать новые суперспособности. Я понял. Остановка времени. О, да, хорош. А, F нужно нажать, да? Или нет? А, или она не может, типа... А, ну да, у нее пятый уровень, она, короче, типа лошара. Хорошо, ладно, мы готовы. Мы готовы. До свидули. Да, давай за Иду поиграем побольше, потому что у нее опыта что-то поменьше, чтобы у нее тоже была какая-то способность, и я мог... Ты смотри, у ангела, короче, ангел может пихать в невидимость,
да, и замедлять время. Плюс еще что-нибудь точно у него есть. Стопудово что-нибудь еще есть новенькое. Ну, посмотрим сейчас. Ага! Как ты выстрелил-то? Тихо! Экспириенс возьми. А, ну это на время, да? Типа, X... И это типа опыт увеличивается, я понял, хорошо. Не, ну а хорош там, типа, знаете, типа, меня загоняют в такую паклю, что, типа, я якобы... Ну, типа, хорош. Ну, типа, блин, а как вы хотели? Подождите, а как вы... Как вы хотели? Вы хотели, чтобы сразу вам показали игру, которая только вышла, и которая только что была скачана... Да, и вы хотели, чтобы я сразу показывал, типа, мастер-класс или как? Я что-то не очень понял. Не очень понял этого прикола. Тихо. Не, ну вот сейчас что, я не хорош, хочешь сказать, или что? Я что-то не понял. Подождите, ну кто-то там... Кто-то же ставил там... Ой, а вот это хорош, а вот это он хорош. Буя! А у него тоже уже полная, да? А, ну они, в принципе, они одинаково набирают, да? Типа, одинаково набирают хпшки, типа, да? Наверное. Ой! В смысле? Ну, это было нечестно. В смысле? А какое, какое добивание-то, алло? Чё за добивание? Чё-то я не понял. Я же его просто, ну, типа, убил. Или нет? Или, типа, я не прав. Ну, ладно, наверное, я не прав. Done and done. Туда нельзя. Хорош. Так, мастяру выбрали. Ух, собака какая, а? Посмотри на него. А я лошара повелся, как девочка прям. Ой, да, я забыл, ребят, вообще вот про этого чувака. В смысле? Да... Ну блин, ну я же нажимал на R-ку. Че ты начинаешь-то? Хедшот. Ага, понял. Небольшие квесты такие, да, начались уже в игре. Не, в принципе, не, игра, что, прикольная, мне нравится. Она такая, ну, она как бы не про то, что, типа, там, стоять что-то на месте, там, какую-то хренью заниматься. Она именно про то, что, как бы, ну, типа, хорош. Хорош. Почему, не говорю, почему никто не говорит, что я хорош? Настолько, что просто хорош, а? Собака какая, смотри. Блин, с третьего раза только получилось его это самое ушатать.
А это типа так, я так понимаю, типа Дикий Запад, типа, да? Парный карась, я забыл, что нужно нажимать не на эту кнопку. Я такой долбан, конечно, просто капец. Не, ну в принципе, да, я понял, почему дизлайки были, поэтому да, забить. Блин, сейчас опять чуть не забыл, что нужно нажимать там другую совершенно кнопку. Это что такое сейчас было за это? Типа я хорош? Ай! Или типа не хорош? Хорош, хорош, хорош. Да, хорош. Да, теперь ровно практически мы сделали Аиду. Аиду и нашего Гарри. Хорош. Погнали дальше. А эти оценки потом в итоге на что-то будут влиять или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях или не напишите, не знаю. Ну, да. Ну, давай дальность теперь, наверное, этот раз. Потому что, ну, а чего нет-то? А чё нет-то, а? Стоимость зоны или дальность? А на что делает, подожди? А что это за взрывающаяся воронка? Ну, давай тогда стоимость. Не знаю, что это такое, но давай сейчас посмотрим. Я проклинаю вас! Попробуйте-ка мою реальность! Чё за чертовщина? Что-то меня мутит. Это что такое? Победите чуму. Каким образом? А. My wings. I have to get my wings back. Мои крылья, я должен их вернуть. А, вот сюда. Snap out of it. Приди в себя, все это иллюзия. Так, ну да, тут такое... Это знаешь, чем мне напоминает вообще? Ну, как бы, блин, я понимаю, что сравнение, типа, чертовски неправильно, но в Max Payne такая тема, типа, тоже была. Когда нужно было по снам, типа, проходить. Адское пламя, они нашли меня! Это проделки чумы, он пытается запудрить нам мозги. А в Max Payne тоже такая была тема, где ты по снам ходил по каким-то непонятным и... Enjoy the show. Да, начнется, представляю. Ой. Мне кажется, комната вращается. Прикольно. Нужно бить каждого из них. Йоу!
Да как? А там она не ходила никак, ребята. А как это? Короче, здесь мы просто бегаем, я понял. Здесь ничего не сделаешь. Так, здесь тоже так бегаешь против двух только. А? Твою мать. Она, видишь, она не ходит. Она не ходит. Где он? О, собака, тварь. Да понятно. Да ёптель-моптель. Нельзя попадать в зеленую говнище, в зеленое, и нельзя. Ага. Ага. Они по три раза фигачат. Дай, мазафака, дай, мазафака, дай! Хорош. А теперь трое. Трое тяжело. Трое тяжело. Она не, видишь, она не двигается. Блин, ну она не двигается. Тяжело. Тяжело вас тогда. Может поменять, типа, на третьем уровне этого взять Гарри? Да. Не, не, я не понимаю, как двигаться в этом говне. А, все, я понял, там перепутаны кнопки. Там кнопки перепутаны, ё-моё, я дурак. Короче, типа там вверх не. Там не вверх-вниз, а там типа наоборот, поняли? Типа вверх это вниз, а вниз это вверх. Я не попался. Не ври. Собака, тварь, а. Не, Гарри, короче, Гарри топор не проходит. Может, Гарри топор, может, только в начале, типа, да? Ну да, потому что в начале, типа, он это легко вообще, типа. А потом нужно выбирать одилищу. Или бегать, может быть, Гарри топором, да? Гарри топор. Потому что, мне кажется, он побыстрее, типа, а вот эта мадам, она... Да в смысле? А! Хорош. Твою мать, да почему... Да, короче, бегаешь ты за Гарри топора, это, короче, это плюс. Потому что Гарри топор, это, короче, это нормас. Это нормас, это вообще хорош, да. Теперь выбираешь... нашу героиню и все, и чпокаешь, и чпокаешь его нах просто, и все. Твою мать. Да ёп. Да понятно. А что за лаги? Где? Я пропал. Нет, даже. Давай с контрольной точки, да. Ну, типа, камон. Че за лаги, я пропал в текстурах или где я там пропал? Т.
Твою мать. Не, ну загорит, короче. Оп! Да суп! Ну блин, он появился прямо у меня в этом. Прямо у меня за спиной появился, и как я от этого уйду? Хорош. Да не, ну я наж... ну я же успел нажать. Ну что ты мне рассказываешь-то, ну. Да вот как? Ну блин. Да, хорош. Голубцы! Пока вы гоняли за моими добрыми, голод собрал вам аббатскую армию сектантов. Вам ее не остановить. Опа, на-на. Да? И все, тебя нет. И все, тебя нету. Нету тебя. Нету. Уровень пройден. Отлично. Хорош, 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 хорош. Пи-пиум. Пи-пиум. Да хорош там смотреть. Ой, какой заново, я пошутил, нет! Как выйти? А, нет, он все нормально. В смысле, или он хочет сейчас мне... Подожди, мне кажется, он мне что-то путает. Это дальше, да, мы пошли? А, или нет? Я проклинаю. Не-не-не, чувак, ты можешь проклинать. Ты можешь нас проклинать, но подожди. Давай в главное меню, да. Ну, типа, камон, ну хорош. А, ну да, нет, давайте, ребят, на этом закончим тогда, потому что я тут... Глава 2, можно уже начинать, да? Да. Давайте на этом закончим эту серию. И спасибо за просмотр, спасибо за лайки и подписок. С вами был Шмега, всем счастливо, всем пока.